На конкурс дети читают стихи. Василиса Широковородова, 11 лет, город Воронеж. Игры мира. Все это большая игра. Россия, Украина, США. Все ссорятся, рвутся, но ждут, что счастье себе обретут. А зря. Сколько речей говорят о мире, но тысячи орудий готовы к войне. Все эти улыбки, блеф в телеэфире, в следующем кадре люди в огне. И никто не понимает, что война будет последней. И никто не понимает, что земля не оставит наследия. Чтобы мир сохранить, нужно просто жить дружно. Давайте попробуем. Это не трудно.